Хорошего вам денечка, любители террарии и просто сочувствующие моим приключениям в задроте террария. 1.3 эксперт мод. Что же произошло, покуда мы с вами не виделись? А произошло следующее. Я выполнил еще 3 квеста рыбака, в одном из которых я поймал рыбу летучую... Бабочка. Рыбу... Я сказал, рыбу поймал. Я поймал оба. Зебра-бабочка. Круто. В общем, кроме зебры-бабочки сейчас, я еще поймал рыбу-летучую мышь. Аллилуйя, он сказал это. А также рыбу-динамит. Вы, вероятно, сейчас это все видите, как это происходило. А также рыбу-еврей. Того общее количество выполненных квестов равняется 5. За это мне рыбак дал ездового кролика. Боу! Блин. Ездового кролика! Вот теперь все сработало. Не знаю, почему не сработало. Я его покрасил цвета купороса. Теперь он у меня пряничный кролик, пушистый кролик. Также я сделал, как вы меня просили. Поставил и воздушный шарик, и пурдок в бутылке. Теперь чувствую себя хорошо. Также у меня было, как всегда, кровавая луна. Можно вот так. Я повесился на лиане. И во время этой кровавой луны, сейчас вы, наверное, тоже это видите, я выбил эту прелесть. Свинку Пеппу. Теперь все мои драгоценности в сохранности в животике у этой розовой субстанции с крылышками. Также вот здесь вот вы видите уровни метр, высота метр, глубина метр и другой метр. Просто выбился мне из летучей мыши, покуда мы там шурум-бурум ловили рыбку. Вроде все новости, а сейчас назад в будущее! В общем-то, ничего не изменилось, потому что цель-то сегодня такая. Сделать обсидиановую броню. Спасибо, за что подсказали. Да, в 1.3 появилась такая вещь, как обсидиановая броня. Для этого нам потребуется 30 шелка. Где-то у меня здесь в ящиках есть паутинка. Идем на прятки, станок, чтоб ему было хорошо и хорошо жилось. Надеюсь, 30. Да, 35 хватит. Идем, берем обсидиан. Надеюсь, обсидиана тоже хватит. И опять на станок. И вот у нас шапка обсидиановая. А курточка... И подштанники. Теперь это все резко одеваем. Ну, не так уж резко, но одеваем. И йо-хо-хо, я похож на какого-то гнома! Я сначала подумал на черепашку-ниндзя, но нет, просто гном. А если я уберу эту, я буду такой весь бордовый. Бордовый-шмордовый. Я, пожалуй, верну эту штуку, чтобы лицо было видно. А, что? Защита 14 против 7. Вероятно, это поможет сохранить молодость и упругость кожи до конца дней. Теперь, имея более-менее сносную мешковатую, господи, какая она убогая, броню, я отправлюсь ломать сердца. Да, в кровавый биом. Кровавый багряновый биом. Где он у меня тут? Типа я дальше не ходил? Ну ладно, пройдемся еще раз, может что-то изменилось. В общем, суть такая, подползти незаметно. А к багрянцу, к этим сердцам и просто сломать парочку, добыть с них лут и поехать сказать, что я есть Грут. Ага, вот. Время спускаться здесь. О, смотрите, кто у нас здесь сундучок прячется. Давайте-ка же его мы залопухаем. Бумеранг, все, конечно же, все это лут мы, но, блин, не так, а так и... Да все хорошо. Опс, чуть буквально не заполз к ребятам в гости, да? Ох, вовремя остановился и включил фонарик. А, пожалуйста, вы там оставайтесь, поживайте сами как хотите. Я пошел к сердцу.
Бешутся, бесятся! Братки, но я слишком слаб, чтобы с ними сражаться, блин. Я, наверное, умру просто от песка. От переизбытка песка в организме. В общем, благодаря моему супер-еврейскому подкопу, я оказался возле сердца и готов кинуть туда свою липкую... Блин! Я выжил. Все в порядке. Но я первый раз разломал сердечко. Что же мне выпало? Встану куда-нибудь. Ладно, пускай я стоять тут буду. Мне выпал пистолетик. И 100 патрончиков. Good enough! 2, конечно, не предел. Продолжаю я копать. Чтобы было у меня много сердец. В смысле разломанных. У меня-то сердец... Блин, лучше этих толстопузиков не пускать к себе в гости. Держаться от них на приличном удалении. О, вот это я хорошо зашел. Отлично зашел просто. По золотому зашел и по сильверному. Зашел как рак. Что бы вы ни говорили, но вот это сердечко попахивает заманухой. Типа, выйди. И мы тебя... Вот, видите, прибежали уже. Попробую разломать. Удаленно, я сказал. Очень удаленно. Аккуратно, точечно, сердечко. Да! Живу. Продолжаем наш еврейский обкоп, я бы сказал. О, кремонит, берем. Берем с собой тебя мы. Ой, сердце как раз. Как я хорошо зашел. Отлично, теперь только ты и я. На. О, надеюсь. О, хорошая вещь выпала. Вещь полезная. Демонитовый форк. Тыкалка. 17 дэмэджа против моих 20. Ну, посмотрим. И сердце, конечно, чуть не забыл. Тебя. Живой мой кристалл. Сердечный! В общем, миссия выполнена, ребята. Скоро должен прилендиться метеорит. Будем его ждать, пока возвращаемся домой. А не то зелье. Вот это. И еще о двух вещах, которых я... Которые я, так сказать... За гранью сознания, без записи по нормальному видео, сделал. Это было золотые часы. Я искрафтил их из цепи. Золото на фоне просто стола и стула. Очень полезно, потому что следить, когда там обновляется у рыбака его квест. Так что must have потом, чтобы еще сделать смартфон. И рыбка-вонючка. Вылавливается такая в подземельях, в болотцах, в подземельных. Из нее делается зелье-вонючка. Кроме как просто визуального отображения, что-то там воняет, нету смысла никакого. То есть бросаете, и что-то воняет отвратительно. Так что продавать, не задумываясь. Ама брич! Брич, да. Так, покуда вокруг летают меня бабочки, я не могу спокойно сидеть и разбирать свои дела. Обязательно нужно их поймать, бабочка-монарх. А это как тебя зовут? Желтизна, путизна? Оп, блин, оп. Суплифлай, буплифлай, вот. Сулфур баттерфлай, то есть бабочка-сулфур. Будем знать его. В глаза. Был у меня квест от рыбака, который я не смог сделать. Нужно было поймать рыбу облака. То есть для этого нужно было порыбачить на одном из островов. Но, блин, я не смог найти острова. Я строил вот такие вот штуки, дрюки, чтобы найти острова. Но нужно сделать зелье гравитации, чтобы быстренько найти острова и быть в курсе, где ловить эту самую рыбу, если один из следующих квестов будет опять на эту рыбу облако. Но я столкнулся с такой проблемой, что для крафта этого самого лекарства, снадобья, нужно перо гарпии. Они меня жуть как надирали. Но сейчас-то с обсидиановой бронюшкой. И пистолетиком. Возможно, получить такое перо не составит никаких проблем. Туда сейчас и отправимся. Возьмем перья гарпий и сделаем потом гравитационное зелье. И найдем острова. Как видите, для зелья гравитации нужна бутылка с водой. Fire Blossom. Мне выпал из выполнения... А, нет, из мешочка с лекарственными травами.
Deathrit, это трава из кровавого биома, багрянца, то есть Blumblinkenrot, светящийся кусок растительности, и перышко. Так что спокойно набираем себе рыбка-вонючка, пускай по две, два сделаю, два бутылька, еще вот таких два, фарблоссом, и два пера. Вперед же! Ну, где же вы, гарпии? Тут вот мой надгробный, не один мой надгробный. Привет, гарпия. Хочешь глотнуть свинца? Глотни же. Что-то она плохо глотает. Ну, ничего, сейчас наглотается и... Да, перо! Сдай перо! Быстро! Не сдала перо. Но, может быть, ты поделишься своим пером? Да, еще одно перо. Сколько? Одно перо. Оп-оп-оп. Увернулся. Когда их много вокруг меня, я начинаю паниковать. Особенно ночью. Два пера. Но для того, чтобы сделать это самое снадобье, мне потребуется алхимический столик. А чтобы его сделать, нужно пустую бутылку поставить на стол, тумбочку или что-нибудь еще. Я поставлю посерединке на этот стол прекрасный дубовый. И вот мое зелье гравитации. Две штуки, пожалуйста. Тем временем наступает ночь. Пользоваться или не пользоваться? Вот в чем вопрос. Конечно же, пользоваться, даже пусть и ночь. Мы не какие-то там сопляжуи, верно? Вперед! У-у-у, блин. Сейчас бы только не убиться, сейчас бы только не разбить свои себя. Сейчас бы куда-то понять, куда я лечу, чтобы... Вот так вот. С картой намного веселей. Так, пусть они нападают. Не обращайте на них внимания. Не обращайте. Ух, было очень близко. Не забываем. А где как бы это, как бы острова? Острова бы тоже неплохо бы, чтобы они были. Ух, опять чуть не расплющился. Как-то меня сейчас расплющит кто-то другой. Например, эти подруги. Во-во. А у меня еще так. Мы где-то тут остановились. Продолжаем наше незамысловатое приключение. О, да, наконец-то я нашел хоть какой-то остров. Отстаньте. Отстаньте, я зашел. Все, фу. Я зашел, ребята. Я нашел остров. Куча разных врагов по сторонам. Всячески пытаются мне навредить и желают смерти. И что же мы нашли здесь? Еще один воздушный шарик. Статуя. Окей, и... И лекарство, которое позволяет дышать под водой. Окей, ну, по крайней мере, я нашел остров. Теперь я могу здесь выкопать какую-то яму и рассчитывать на то, что когда-нибудь здесь я смогу поймать путных рыб облачных. Тебя мы забираем, и тебя, и тебя. Как-то они опять пришли. Слушайте, надо валить отсюда. В общем, хорошо. Очень удачный... День, если это был день, подкопался к багрянцу, там, сломал сердца, взял пистолетик, не знаю, зачем он нужен, по крайней мере, сходил, скоро ждать будут у приземления метеорита. В Steel Gravity Potion нашел остров, теперь знаю, где ловить рыбу облака. И напоследок открою золотой сундук, который поймал. Еще приманки, тингстин и больших зельев мне напощадок, на прощание. На этом все. Надеюсь, вам понравилось. И вы нашли что-нибудь полезное в этом видео. Я уж точно пока. И увидимся в следующем видео. И на рыбалку во время дождя. На рыбалку во время дождя.